Всем привет! Сегодня у нас 10 февраля 2013 года. День недели выходной, воскресенье. Ну, он как бы и прошел в таком режиме выходного дня. В таком в расслабленном ритме. Ну, начался, конечно, он в нерасслабленном ритме, да. Сегодня в 9 утра у меня снова был поход, значит, в клинику МедСим. Там мне сделали ультразвуковое обследование шейно-грудного отдела позвоночника, а также брюшной полости. Вот так вот, вот. Да, там, давили мне во все места. Вот, ну, как бы этот врач, который делал мне эти обследования, сказал, иди к ортопеду, дорогой. Я спросил, зачем? Она сказала, вот там и узнаешь. Ну, в общем, сходил я к ортопеду. Ортопед, в свою очередь, меня направил на рентген. Грудной, ну, вот этого, да. Грудного отдела позвоночника, да. В общем, это дело будет происходить во вторник. Уже не в клинике МедСи, а этажом ниже, уже в больнице Минэкономразвития, короче, там. Они в одном здании находятся, да. Минэкономразвития 6 этажей, а МедСи на 7 этаже, на последнем. Вот, ну, как бы, опять-таки, до 11 я был вот там, в этой, в МедСи в этом, да. Лечился, скажем так, да. Вот. Потом, что, потом я резко подорвался, короче, пошел в магазин, затоварился там по мелочи. Вот, потом вернулся, короче. Начал играть в Европу. Чуть-чуть поиграл в Европку. Вот, потом, значит, я же с пятницы взял два заказа с работы сюда, чтобы их это, описание сделать, да? Сделал описание, соответственно, там часа три, наверное, делал, да, даже вот так вот. Вот, закончил описание делать и начал опять играть в Европу. Да. И вот до самых, до последних играл в Европу, да, да, да. Тут потом пришла Таня, да, Таня у нас сегодня работала весь день, да, пришла она, часиков в 11, уставшая, голодная, злая, но довольная собой. Да? Конечно. Вот, как бы у нее впереди два выходных, она очень рада. Я тоже очень рад, что она рада. Вот, ну и на улице тепло, все хорошо, все ништяк. Класс, зачесался, прям не вовремя. Всем пока, аривидерчи. Вот так-то.